Наступна доповідь у нас дуже цікава, це доповідь шановної Ксені Павні Грошевої, лікаря-офтальмолога, рефракціоніста Британського офтальмологічного центру. Практичний досвід впровадження новітньої 3D-технології в рефракційній хірургії. Хочу сказати, що як я знаю, ну всі приватні офтальмологічні заклади України. Тому що потрібно їх знати. Я хочу сказати, що приватні офтальмологічні заклади беруть на себе 80% оперативних втручань з приводу офтальмологічної патології. І тільки 20% ідеї як соціальна патологія. І от, коли я заходжу в британський офтальмологічний центр Ксенія Володимирівна, то зразу у вас величезний портрет королеви Англії. Для мене є. Дуже великий авторитет єди... два. це моя мама і чистота цієї людини, королеви Англії. Надійність, впевненість, нації, цю людину. Я щиро вас вітаю і чекаю вашу доповідь. Дякую. Доброго дня. Сьогодні я вам представлю свою презентацію, яка стосується. практичного опыта, використання 3 d технології в рефракционной хирургии. 3D-инновации. Уже очень давно гаджеты вошли в нашу жизнь, и сегодня мы не представляем себя без них. Я думаю, каждый из вас испытывал ту ситуацию, когда вы забыли где-то телефон. Да, вы ощущали изолированность от всего, как будто бы все пошло не так, как вам нужно было. На сегодняшний день гаджеты помогают нам жить интереснее, они облегчают нашу жизнь. Один из топ-10 современных гаджетов ⁇ это очки виртуальной реальности. Очки виртуальной реальности понемногу входят и в медицину, и входят также в операционную. Инновационные гаджеты операционные уже сегодня. Вместо окуляров микроскопа – видеокамера с трансформацией оптического изображения в цифровое. Вместо взгляда в окуляры микроскопа – уверенный взгляд хирурга сквозь 3D-очки на огромный экран. Практические преимущества 3D-технологии, которые мы выделили для себя – Итак, практическими плюсами 3D-технологии является быстрая адаптация, улучшение эргономики рабочего места хирурга. В чем улучшается эргономика хирурга? В том, что он свободен в том, как он сидит, он может не быть привязанным к окулярам микроскопом, и тем самым он облегчает себе рабочий процесс, и рабочий процесс проходит более комфортно. Самоорганизация команды. Каждый из присутствующей операционной бригады понимает, что делать в тот или иной момент. Быстро и своевременно включается в процесс, хирургический процесс. Также возможность обучения. Обучение – это не так, как раньше студенты заглядывали в микроскоп, Сейчас это все выглядит так, что каждый обучающийся может одеть 3D-очки и тем самым практически погружаться в процесс хирургии, видеть самые мельчайшие детали хирургического процесса. Высокая чувствительность камеры и пакет необходимых фильтров позволяют уменьшить уровень освещения операционного поля. Для... Что это дает хирургу? Это дает меньшую утомляемость оптической системы хирурга, так как высокая освещаемость приводит к тому, что через какое-то количество операций доктору просто становится тяжело смотреть. Те практические минусы, которые мы тоже выделили для себя, это... Во время первых наших операций было несколько увеличено. Конечно же, необычная поза во время операции. Хочется постоянно посмотреть в объектив микроскопа. Естественно, страх. Все мы люди, и ощущение страха перед чем-то новым всегда присутствует. Но мы с этим очень быстро справились, так как очень быстрая адаптация. Также одним из факторов, которые могут утруднять работу с 3D-системой, это аномалии рефракции. Аномалии рефракции именно хирурга. Но с этим тоже легко справиться, либо рефракционной хирургии, например, либо в самих 3D-очках существует опция, при которой можно использовать коррекцию с диоптриями. Преимущество 3D-технологий для пациента. Это очень важно. Значительное уменьшение фототоксичности. Сами пациенты отмечают высокий уровень комфорта процедуры, процедуры 3D-операции. Отсутствует эффект ослепления ярким светом. Это то, что пациенты нам всегда ранее предъявляли. И сокращается время пребывания в операционной, что немаловажно. Чем быстрее проходит операция, меньше стресса у пациента и, соответственно, временное восстановление у пациента быстрее происходит. Ну и самое главное преимущество для хирургии пациента – это результат без размытых границ. Клинический случай, который я вам сегодня представлю, он объединил в себе несколько хирургических стратегий в комбинации с 3D-хирургией. Пациентка 35 лет, постоянно использует очки, предъявляет жалобы на низкую остроту зрения и косоглазие. Диагноз – гиперметропия высокой степени, гиперметропический астигматизм обоих глаз, амблиопия высокой степени правого глаза, слабой степени левого глаза, сходящая содружественно частично аккомодационная монолатеральная косоглазие правого глаза. При первичном осмотре э, визус без коррекции составлял на правый глаз 3 сотых, с коррекцией это было 8 сотых. Э, левым, на левом глазу была острота зрения такая же 3 сотых, но с коррекцией пациентка давала 0,8. Пациентки синдром короткого глаза. Ортоптический статус – это сходящееся косоглазие. Вдаль пациентка давала 20 призм в очках и вблизи давала 30 призм в очках. Характер зрения – монокулярный. Проведя ряд обследований глубоких, мы пришли к выводу, что нужно применять комбинированную рефракционную хирургию, первым этапом которой был расчет интеракулярной линзы. По данным биометрии рассчитана интеракулярная линза с миопической целевой рефракцией. Пациентке была проведена рефракционная замена хрусталика с имплантацией интеракулярной линзы на обоих глазах. Острота зрения на следующий день после операции составила 0,05 без коррекции и 0,1 с коррекцией. Левый глаз давал 0,3 уже и с коррекцией давал 0,7. Через два месяца пациентка обратилась в клинику за проведением второго этапа хирургического лечения. Перед проведением второго этапа хирургического лечения стратозрение с коррекцией на правый глаз составило 0,15, на левый глаз – 0,8. Ортоптический статус сохранился прежний. После консультации лазерного хирурга было принято решение о проведении эксимер-лазерной коррекции зрения на обоих глазах. Пациентке проведена лазерная коррекция. Программа лазерной коррекции представлена на слайде. Результатом лазерной коррекции стала острота зрения на правом глазу, это 0,15 без коррекции, и на левом глазу острота зрения 0,6. Через один месяц острота зрения стала немножко лучше, и мы добились довольно хороших результатов в данном случае. 0,15 это на правом глазу и 0,8 на левом глазу. Третьим этапом лечения было хирургическое исправление косоглазия, рецессия, плюс резекция на правом глазу с применением 3D-технологии. Благодаря интеграции нескольких рефракционных стратегий мы получили отличный результат, мы получили довольную и благодарную пациентку, а также мы получили целую команду э, довольных своей работой хирургов. Э, благодарю вас за внимание. Британский офтальмологический центр «Клиника инноваций». Спасибо огромное, Ксения Павловна. А, скаж, покажите вопросы в чате у нас, появились или нет? Нет. Я вам скажу, почему. Ксения что все понятно. Потому что новые современные 3D-технологии, они вообще уникальные. И как приятно, что такими руками, с такой внешностью хирурги оказывают в Украине помощь. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное.